Всем привет! Только что проезжал по бульвару Рирнаштери Национале. Это круг перед цирком. Туда у нас аэропорт найдет наверх на Рыжкановку. И это тоже Рыжкановка вообще считается. Так вот, это круг ниже типографии, не доезжает до цирка. Здесь у нас стоят три патрульные машины полиции. Даже четыре. Пять. Шесть. Шесть патрульных машин стоят на кругу здесь. И они делают просеивание машин на неоплаченные штрафы. Ну и заодно выносят штрафные протоколы водителям, которые нарушают скоростной режим или же подрезают друг друга, играя в шашечки. Вот такие вот дела. Так что те, кто сюда проезжают, съезжают с Сергеевского шоссе на Рирнаштери Национале или едут с Киевской по аэропортной сторону цирка, будьте внимательны и бдительны. У нас здесь работают экипажи полиции. Еще раз повторюсь, их здесь у нас 3, 5, 6 экипажей полиции. Они здесь проводят просеивание, как я вот упомянул, на неоплаченные штрафные протоколы, ну и заодно штрафуют также водителей-нарушителей. Полиции респект, то, что они выполняют свои служебные обязанности. Вот плохо, когда их вызываешь на какую-то локацию проблемную, и они часами не приезжают туда. Вот это большая проблема. Но в данном случае они уже выполняют свои служебные обязанности, за что им респект. Почаще бы они так делали рейды, и не только по просеиванию на наличие неоплаты штрафных протоколов, но также, чтобы и бывали на проблемных локациях, без того, чтобы их туда вызывали. С вами был Николай, проект «Водить по-молдавски Никола МД».